берем его майские, двухгодовалые, вторые, он самый активный. Здесь будет столь концентрированный сок. Сложно проверить, но это факт. Вот в этой маленькой баночке, здесь всего 75 мл, находится от 10 до 12 кг свежего корня лопуха. Ну, представьте, когда бы мы с вами скушали даже 10 кг, то полмешка, чтобы вы понимали, это очень много. Но физически, наверное, сделать это крайне сложно. Вот эту баночку, ну не баночку, конечно, да, содержимое, мы с удовольствием съедим либо за 10 дней, либо за 2 недельки, да, в зависимости от того, что нас беспокоит и как рекомендуют нам наши врачи.